Тверь получила еще одну благоустроенную территорию. В областном центре полностью завершились работы по реконструкции Мигаловской набережной. Объект, который сразу же стал любимым местом жителей, осмотрел губернатор Игорь Руденя. Никита и его друг Даня, наверное, своим глазам не верят, сравнивая фотографии прежней Мигаловской набережной, выложенные на этом стенде, с тем, что видят сейчас. Некогда замусоренная, заросшая кустами территория радикально изменилась. Ребята в духе современной молодежи в первую очередь выделяют современную спортивную площадку. Ее они уже успели опробовать. Положили дорожку, сделали тренажеры. Можно как бы заниматься. Потягиваются вот на этих тренажерах. Упражнения какие-то делать. Хорошо, мне нравится. Тут я буду сюда каждый день приходить. А чем это лучше, чем домашний турник, на твой взгляд? Ну, тут много разных тренажеров. У меня это дома просто турник. Но, конечно, одними турниками здесь дело не ограничивается. На территории площадью почти в 2500 квадратных метров укреплена береговая линия, сделаны пешеходные дорожки, проведена ливневая канализация, оборудованы велопарковки и парковки для автотранспорта. Напомним, что все работы прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Набережная благоустроена по всем самым современным стандартам. А это не только такие стильные вот извивающие скамейки или вот это пергола, новомодное явление. Это еще и камеры видеонаблюдения. И таким образом прогулки здесь стали не только более комфортными, но и более безопасными. Жители окрестных домов сразу же оценили усилия властей. Несмотря на прохладную и ветреную погоду, набережную заполнили люди самых разных возрастов, от молодежи и мам с детскими колясками до пожилых тверичан. Принявшая участие в инспекции руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова отметила, что Пролетарский район получил еще одно общественное пространство. Территория стала настолько вдохновляющий, красивый, что я думаю, что это и место для каких-то таких вот совместных проектов вместе со старшими, занятием спортом. И здесь, конечно же, участие наших общественных организаций, волонтеров. Советник президента России Владимир Васильев призвал не останавливаться на достигнутом и обязательно учесть пожелания граждан, чтобы отдых на набережной стал еще более удобным. Сделать покороче марш лестниц. Устают, особенно люди в возрасте, подниматься. Продумать там где-то поручни, потому что когда будет скользко, скорее всего, нужно будет за что-то держаться. Высказали предложение, тут есть предприятие общественного питания, можно было бы создать для них открытую веранду, чтобы отдыхающие, проходящие могли перекусить. А губернатор Игорь Руденя уже смотрит на перспективу. Глава региона убежден, что нельзя останавливаться на достигнутом и надо продолжить работы по благоустройству волжских набережных Твери. Считаю, что очень хороший опыт, дальше он должен быть продолжен. И сейчас разговариваю с руководством города, это очень хорошее начало проекта, чтобы от Мигалова сделать одну набережную до центра города Твери. Это была бы и пешеходная зона. И считаю, что очень хорошее решение и очень перспективное. Всего в 2021 году в Тверской области по национальному проекту в 38 муниципалитетах благоустраивается 100 территорий, 21 двор и 79 общественных пространств. В основном в районах приводят в порядок парки, набережные, площади, мемориалы и скверы, игровые площадки и улицы.